Свой творческий вечер для юных поэтов учеников Люберецкого лицея номер 4 провел член Союза художников России Виктор Марков. Больше известный как живописец, на этот раз он предстал еще и как поэт, иллюстратор, а также автор стихотворений. Что происходит? Осень восходит, в душу вливаясь шуршащей листвой. И дня без строчки не может провести, признался Виктор Марков на своем творческом вечере школьникам. В этом зале не было случайных людей. Друзья Виктора Маркова, юные поэты и писатели, корреспонденты, которым интересно и важно перенять опыт профессионала. Встреча с учащимися лицея прошла в рамках проекта «Творческий диалог», на который лицеисты приглашают интересных людей. Ну, мы подумали, что Виктор Сергеевич будет очень интересен, потому что он работает в разных сферах жизни. Он и рисует, и пишет сам, и помогает обществу во всех его проявлениях, во всех сферах. Поводом организации творческого вечера стал выход сборника стихотворений Виктора Маркова «От весны до осени». И это уже четвертая по счету книга писателя. Я даже, когда начинал, даже не мечтал, что у меня будут свои книжки, свои сборники. Вот. Начиналось вот 40 лет назад с публикации в районной газете первого стихотворения, а потом вот постепенно. И я считаю, что творческий человек должен в постоянном росте находиться. И в планах у меня уже написан еще один сборник. Вот. Задача теперь его ставлю издать, выпустить пятую книжку, а потом «Избранные». Виктор Марков не только в себе совместил, казалось бы, два полярных направления в творчестве, живопись и литературу, но и продемонстрировал этот симбиоз в работе в качестве иллюстраций к книжным изданиям. О Викторе Маркове профессионале в этот вечер высказались и его друзья. Понимаете, это такое самобытное сочетание вот этих двух творческих его направлений в его жизни, в судьбе, что вот таких я не встречал. Так что я очень рад нашей дружбе с Марковым, который уже, наверное, более 10 лет. Расти и преуспевать в том, что делаешь – вот, пожалуй, главный жизненный девиз художника и поэта Виктора Сергеевича Маркова. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.